Дорогие друзья, уважаемые подписчики, поздравляю вас с праздником. Непонятный праздник труда и дров. Но зато хочу вас обрадовать. Начинаются майские акции от канала Любимого ТВ. От меня лично. Я хочу вам напомнить, что я Татьяна Любимова, я природная ведущая ведьма. Занимаюсь я не только таро, предсказаниями, а и другим инструментом магическим, руны, маятник, ясновидение, яснознание. Использую каналы в своей работе, то есть экстрасенсорные способности свои задействую. Также занимаюсь практическим оказанием магической помощи. И сейчас, в честь данной акции, у нас тут отсулетовали праздничные фейерверки недавно, хочу вам предложить 5 первых человек, обратившихся, написавших, но не пропавших, а написавших, и те, кто ждет мой ответ, потом мне четко отвечает. Мы находимся в режиме с вами онлайн, созваниваемся, договариваемся о нашей с вами встрече в WhatsApp. То есть, что все было серьезно, по нескольку дней я больше переписчиков ждать не буду. Бывает такое, напишут, потом вы пропадаете. Те, кто себя узнал, имейте в виду, те контакты я блокирую. Поэтому, пожалуйста, сосредоточьтесь. Если вы мне пишете, то будьте на связи. В качестве любопытства этого делать не нужно. Этого я не люблю. Итак, поехали. Первые 5 человек. Кто напишет, кто успеет, 1000 рублей. Еще 5 человек, 1500 рублей. Ну и, соответственно, еще 5 человек я могу записать в режиме живой очереди. Это будет 2000 рублей. Хочу напомнить, что мой прием стоит от 100 евро. Полный прием. Поэтому воспользуйтесь акцией. Она для вас, для кармических людей, моих уважаемых. Ну и жду от вас я ответной, положительной реакции, положительной динамики. Если отвечаю сразу, то не надо удивляться, почему сразу. Ну, если отвечу позже, значит, не нужно обижаться, что позже. Вот. Бывает и так, что человек даже через день, может быть, кто-то вот так вот напишет и уйдет в небытие, да? Пожалуйста, вы можете попасть, пишите, пишите. Кто-то поздно увидит, да, ночью, допустим, все живут в разных часовых поясах. Ну и, пожалуйста, слушайте от начала до конца акцию, потому что сразу пишут, сколько стоит, не дослушав. И пишите без имени. Я всегда называю имя в своих видео, поэтому имейте уважение, с кем на одной волне. Я вам рада, я вас жду. Все, давайте начинать.